И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать во вселенную Roblox! Сегодня мы вместе с вами будем дышать кислородом. Это очень странно звучит, но это есть на самом деле. Сегодня мы будем просто-напросто с вами дышать кислородом. В этом мире нет кислорода, нам нужно его будет добывать. И мы его будем продавать и улучшать наши кислородные баллоны, открывать новые локации и много-много всего интересного. Итак, друзья, смотрите, у меня на спине сейчас есть вот такой вот интересный кислородный баллон. Он вмещает всего 15 единиц кислорода, и мы начинаем дышать ртом. Опа, вдохнули одну единицу кислорода, вторую, третью, и вот таким вот образом мы будем просто-напросто дышать. Этой планете нужен кислород, мы его с вами сейчас будем добывать, и вот таким вот образом добываем. А также в настройках можно отключить вот эту вот функцию, которая, знаете, отвечает за камеру. Мы, наверное, сейчас так и сделаем, и просто-напросто будем вот так вот дышать кислородом. Наш кислородный баллон будет наполняться, и теперь нам наша задача заключается в том, чтобы все эти надышанные кислородинки отнести вот сюда. Мы их относим и получаем за это денежки. Все вот так вот просто интересно получается. Давайте еще продадим. Все, смотрите, мы накопили сейчас 100 монеток. И на эти 100 монеток мы сейчас пойдем в магазин для того, что-нибудь прикупить себе новое снаряжение. Здесь на самом деле очень много интересных локаций. Здесь очень много игроков. Я вам сейчас про это все расскажу. Так, заходим в магазин и покупаем себе вот такой вот рюкзачок. Можем купить желтенький, а можем купить зелененький. А давайте зелененький, он как-то даже красивее выглядит и вмещает всего, по-моему, 200 единиц кислорода. Давайте посмотрим, сейчас мы его оденем. Пока что мы его просто купили. Он у нас где-то лежит. Сейчас посмотрим. Так, как его одеть-то? КД это не то. Я тут сам, если честно, не совсем разобрался, но я думаю, что сейчас выясним, где же можно купить. Ага, вот он тут, эквип, кнопочку надо нажать. Вот, у нас появляется вот такой вот кислородный баллон, который вмещает 200 единичек кислорода, вы себе представьте только. Он ярко-зеленого цвета, и мы с вами сейчас будем просто бегать по локации, я вам буду здесь все показывать, а параллельно я буду дышать кислородом и наполнять свой кислородный баллон. После чего мы, конечно же, пойдем это все продадим, заработаем денежки и будем открывать новые локации и получать новые какие-то улучшения. Так, ну давайте, наверное, начнем с того, что мы сейчас просто продадим вот сейчас то, что есть. Видите, у нас 50 единичек кислорода накопилось, продали. И сейчас пойдем в магазин и купим себе, наверное, новый всасыватель. Вот, оксиген-всасыватель кислорода, он есть золотой, он есть такого ледяного цвета. Нам как раз денежек хватает на ледяного цвета, и мы сейчас его приобретем. Отлично, все, дальше мы будем просто бегать и дышать. Итак, друзья, что же есть вообще на этой карте? Я вам честно скажу, я такую карту первый раз вижу. Она настолько мультяшная, настолько приятная и красивая, что просто офигеть. Смотрите, какие тут желтые такие фонарики висят, которые освещают дорогу. Также здесь есть вот такой вот интересный пожарный гидрант. Давайте пойдем посмотрим, что у нас еще тут есть. Грибочки всякие, смотрите, мухоморчики растут. А вот это вот, я не знаю даже что. Похоже на какие-то кусты зеленого цвета, не знаю. Что у нас тут еще, давайте смотреть. Такие вот прикольные асфальтированные дорожки, по которым можно бегать. Я думаю, что здесь еще может быть кто-то даже прячется, есть какие-то скрытые пасхалки. Так, нам сказали, что у нас сейчас накопился баллон кислорода полностью, мы сейчас это продаем. И давайте я хочу сейчас сразу посмотреть, сколько стоит новый кислородный баллон, для того, чтобы у нас повысилась вместимость. Так, это не то, вот. Как раз таки вот тут можно купить новый баллон. Можно купить розовый за 450, а можно купить вот такой вот за 200 монеток. Давайте это сделаем. У нас он будет теперь оранжевого цвета. Смотрите, вот такой вот красивенький. И мы продолжаем спокойненько дальше дышать. Так, теперь пробежимся в эту часть города. Посмотрим, что здесь. Мы же должны все изучить. Здесь у нас есть какие-то новые локации. Смотрите, Candy World. То есть это конфетный какой-то мир за 2 миллиона монеток. Это, кстати, мне кажется, мы быстро сможем накопить. И за 250 тысяч монеток можно попасть в песчаный мир. То есть там, где все из песка. Возможно, там есть какие-то фараоны. Видите, кости лежат. Бочки какие-то, интересно. Ну, давайте будем сейчас копить кислород и открывать потихонечку все эти локации. Также мне интересно, что вот там вот. Давайте посмотрим. Какой-то маяк, который светится желтым цветом. И там какая-то вон антенна есть наверху, я вижу.
Так, а как туда залезть? Ну-ка, давай-ка залезай. Эх, тяжело. Так, а если вот так вот? Если вот так вот по-хитрому? Отлично. Вот, видите, здесь этот маяк, а здесь у нас вот такая вот тарелка спутниковая. Но она, видимо, ничего не делает. Так, ну и в принципе отсюда мы можем видеть вообще весь город. Смотрите, он такой огромный и такой мультяшный. Так, спрыгиваем. Здесь эта водонапорная башня стоит. И сейчас наш рюкзачок уже почти наполнился. Все, нам предлагают продать на то, что мы надышали. И продолжаем дышать дальше. Вообще, я думаю, сейчас мы, наверное, купим уже не кислородный баллон, а оксиген. То есть вот этот всасыватель для того, чтобы как можно быстрее наполнять наш баллончик. Вот, смотрите, вот такой бы я хотел, но он стоит 370 монет. Мне пока что не хватает. Давайте сходим, продадим сейчас тот кислород, который у нас есть. И я, если честно, хочу уже открывать новые локации, потому что здесь, если очень красиво, то мне кажется, на новых локациях будет еще красивее и еще приятнее. Очень хочется на них посмотреть. А также, друзья, смотрите, вот там вот меня засмущала одна вещь. Сейчас вам покажу. Вот, видите, стоит какой-то король, который танцует, и к нему можно прийти. Давайте подойдем к нему и посмотрим, что же он нам скажет. Так, он говорит, что я король бейкон. Бейконов всех бейконов. Хочешь посмотреть на кое-что? Давай-ка посмотрим, а что он нам предлагает. Тебе нужно... у тебя не хватает денег, говорит, чтобы сюда попасть. Нужно 10 тысяч кэша. Нифига себе. Так, еще раз повтори, сколько нужно денежек? 10 тысяч... Вот что-то он пишет, и я не успеваю прочитать. То ли 10 тысяч самоцветов? Да, по-моему, 10 тысяч самоцветов, а у меня таких не будет. Ну, хорошо, как только мы раздобудем, мы придем к этому королю, и он нам за 10 тысяч самоцветов что-нибудь сделает. Так, дальше продолжаем продавать наш оксиген, то есть кислород по-русски. По-английски оксиген, а по-русски кислород. И сейчас мы с вами будем уже покупать новые всасыватели. Вот такой вот я хотел себе купить. Так, а этот что? Не, вот такой. Все, мне вот сейчас такой подойдет. И денег на новый рюкзачок мне уже, наверное, пока что не хватит. Но мы будем сейчас, мы очень будем быстро копить. Смотрите, с новым всасывателем у меня кислород натекает просто, ну, как-то нереально быстро. Сразу продали. Сколько там надо денег на новый баллон, сейчас узнаем. По-моему, около 2000, да? 2000 накопить, кстати, это вообще не сложно. С учетом того, что какой у меня сейчас всасыватель установлен. Так. Сейчас проверим, сколько у меня будет денежек. Нифига себе, уже 700 монеток. Вау, ничего себе. Я уверен, что мы сейчас очень быстро накопим новые монетки и пойдем на новую локацию. Но перед этим давайте все-таки апгрейдим наш рюкзачок. Так, это кто такой стоит модный деловой? Вы видите, он стоит тоже, дышит, и потом идет продает. Как и мы, все здесь за одним и тем же. Так, а что у него скин такой красивый, да? Смотрите, у него такие классные ботинки, я бы себе такие хотел, яркие. И кислородный баллон у него зеленого цвета. Ну, такой у меня, конечно, был. У меня сейчас уже будет новый скоро кислородный баллон. А что он? А это кто такой прыгает здесь? О, кстати говоря, мы можем посмотреть на других игроков и посмотреть, что у них. Вот у этого синего цвета кислородный баллон, у этого зеленого, кстати, очень красиво одет. Так, давайте продаем пока. Очень красиво одет, на самом деле. Ну, знаете, я свой скин менять не хочу. Я такой обычный парниша, который бегает в трусах, в какой-то толстовке, и у меня даже одна нога не похожа на другую. Мне кажется, это очень забавно. Так, смотрите, 2000 мы с вами накопили. Не прошло и года, так сказать. И сейчас мы покупаем новый бэкпэк, новый рюкзачок, который стоит вот за 2000 есть, а есть за 3,5. Погодите, а какой самый крутой за 5000, который вмещает? Слушайте, так, а, наверное, нет смысла нам покупать за 2000. Если у нас так быстро сейчас притекают деньги, тогда есть смысл просто накопить за самый крутой рюкзак, который стоит 5000 монет. Потому что, смотрите, у нас уже получается... так, сколько? Сейчас скажу. Ну, давай, чтобы я круглую цифру сказал. 3000 монет у нас уже есть. Вот, смотрите, слева 3000 монет. Поэтому нам остается накопить всего 2000. И давайте-ка еще раз на всякий случай посмотрим, какая первая локация у нас будет. Будет ли это пустынная все-таки или какая-то другая? Вот это что такое? Так, понятно. Меня сразу телепортируют, чтобы я все продал. Я успеваю только туда добегать. Здесь, по-моему, какие-то предметы продают. Давайте тоже заглянем сюда, посмотрим, что нам здесь скажут. Можно крутить рулетку, но у меня нет монеток. То есть нужны какие-то специальные жетоны, которые позволят нам крутить рулетку и выигрывать какие-то ценные призы. Здорово, и уже интересно. То есть, видите, мир, он оказывается не такой уж и простой здесь. Здесь есть очень много всего интересного.
Мне еще, кстати говоря, интересно, какие будут магазины на новых локациях, например, на пустынной. Вспомним, сколько она стоит. 250 тысяч монет. Но это мы быстро очень накопим, с учетом того, что сейчас мы купим себе самый топовый рюкзак, просто чтобы к этому уже больше не возвращаться, и начнем дышать кислородом, накопив на новый всасыватель. Тогда у нас дела пойдут очень и очень быстро, и будет все очень-очень круто. Вау, смотрите, какой фонтан. Нифига себе, он такой яркий. Так, ну-ка. Офигеть, вот такая вода классная. Она как будто светится, знаете. Похоже на какую-то неоновую жидкость. Вау, она не радиоактивна случайно? Нет, она вообще отличная. Очень красивый фонтан. Так, а если я наверх сам и заберусь? Так, это мне пока продать нужно. Так, на самый верх. Опа, залез. Вау, вау, ничего себе. Смотрите, а что это такое? Шестеренка какая-то, видите, застряла в землянке. Так, ну-ка, подождите, давайте-ка подойдем туда, сейчас посмотрим. Сейчас я это продам. А, так, давайте сразу купим пока что новый бэкпэк, новый рюкзачок, который продается вот здесь. А, бэкпэк, смотрим. 5000 монеток, и мы покупаем вообще самый крутой рюкзак, который только может быть. Какого он цвета? Смотрите, он светло-зеленого цвета с белыми трубками, которые в него заходят. И у него очень огромная вместимость. Нам теперь не придется отвлекаться каждый раз, возвращаясь на спаун. И мы с вами сейчас пойдем смотреть, что это за домик, в котором торчит шестеренка. Возможно, это какая-то инженерная мастерская. Да? Возможно же такое? Так, а здесь есть вход? Я что-то не вижу. Так, 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 ну-ка. Нет, никакого входа здесь нет, значит, это просто здание. Так, а я вижу еще мост здесь какой-то. Как тут, как сюда залезть? Ну-ка. Так, вот сюда. Что тут такое? Лампочка. Лампочка. И здесь у нас вот такой вот мостик. А мостик куда ведет? А, он просто для красоты. Я думал, может быть, какая-то новая локация здесь будет. Нет? Ну, хорошо. А что у нас, кстати, вот тут на картинке нарисовано? Давайте тоже посмотрим. Так, так, так. А, это, видимо, как кто-то сфоткался и поставил себя сюда. Вау, это еще так мерцает классно. Ничего себе. Блин, какой же красочный этот мир. И еще такая музыка приятно играет. Так приятно на все это смотреть и приятно здесь находиться. Даже вот эти вот фонарики чего стоят, такие красивые. А, так, давайте пойдем продадим сейчас наше добро, то, что мы надышали. Целых 2000 монет мы... О, 4000 получили, нифига себе. Так быстро и легко. А за 4000 мы уже можем купить вот такой вот оксиген. Но нет, давайте накопим за 7,5. Тогда у нас... Мы очень быстро будем сейчас развиваться. И сразу же накопим на новую локацию. Так, куда я тут еще не ходил? Вот эти вот, смотрите, локации мы с вами уже видели, правильно? Это у нас песчаный мир, куда мы скоро попадем. Это у нас Candy World, это у нас конфетный мир. Отлично. И что у нас тут еще? Маяк мы видели, в принципе. Какую-то канализацию, ничего себе, ну-ка, такого мы не видели. Смотрите, тут водичка, и, судя по всему, она горячая. Ну, распар идет, видите? Распар идет, значит, она горячая, ну-ка. А, в ней... В ней нельзя купаться, что? Это как будто какое-то... Как это вообще? Я просто не тону. Здесь такие вот кувшинки плавают, красивые, классно, с цветочками. Еще какая-то тарелка. А что у нас еще тут есть? Давайте-ка пойдем там, где никто никогда не ходил, и посмотрим, что у нас тут такое. А тут, по-моему, ничего такого-то особенного-то и нет. Сделали бы хотя бы какую-нибудь пасхалочку. Так, этот король у нас тут все танцует и танцует. Ну и, в принципе, друзья, я уже почти оббежал всю локацию. Как бы нам тут больше... А, вон еще какой-то сундук есть. Давайте сейчас к этому сундуку сгоняем, посмотрим, что в этом сундуке. Возможно, нам что-нибудь дадут. И потом мы вернемся... Сколько мне хватит? Мне хватит денег, смотрите, мне хватает. Купим сейчас супер крутой оксиген. Вот он, здесь, за 7500. Покупаем. И теперь мы будем очень быстро набирать наш кислород и зарабатывать очень-очень много денежек. И попадем на новую локацию. Так, а я его использовал, подождите. Почему-то так, как будто кажется, что я его и не использовал. Так, вот-вот-вот-вот, все, теперь применил, отлично. Ого, ничего себе, как быстро натекает кислород. Так, друзья, я обещал вам сходить вот к тому вот сундучку. Давайте напрямую побежим, посмотрим, что это там такое. Написано, что это Daily Chest, то есть chest, сундук, который можно открывать каждый день. Опа-на, смотрите, я открыл его, и пошел таймер, пошел отчет, и мне дали 250 кристаллов, вот таких вот кристаллов. А что тут в магазине за кристаллы можно купить, интересно?
Так, наверное, все-таки это не здесь. Наверное, это какие-то будут специальные магазины, где мы за кристаллы сможем покупать различные новые улучшения. Возможно, мы сможем покупать какие-то костюмы, какие-то оксигены, бэкпеки, тапочки, ботиночки, все что угодно. Что ж, хорошо. Друзья, давайте я сейчас накоплю 250 тысяч монеток, как я и обещал, и мы с вами прямо сейчас переместимся вот в этот песчаный мир и посмотрим, что же там такое. Я буду просто здесь, вот, точнее, вот не здесь, а вот сюда сейчас я побегу. Смотрите. Вот сюда. И здесь буду стоять и просто копить этот кислород, накоплю 250 тысяч, и сразу же мы пойдем в тот песчаный мир. Ну что, друзья, буквально одно мгновение, и я накопил практически 300 тысяч монет. Я потратил на это около полчаса своего времени, и сейчас мы вместе с вами пойдем открывать новую локацию. Как я говорил ранее, это новая локация, пустынная. Так, давайте-ка я сейчас вспомню, где она находится. Вон там вот. И мы сейчас с вами заплатим наши денежки для того, чтобы туда попасть. Платим и переходим в новую локацию. Где она? Где она у нас? Так, я же заплатил. Вау, ничего себе, смотрите, это пустынная локация, в которой растут кактусы. Есть какой-то, смотрите, какая-то мумия, которая здесь танцует. Помните, как там был король, только здесь мумия. Что она говорит? Давайте посмотрим, и что нам вообще предлагает. Она нам предлагает потратить немного денежек для того, чтобы кое-что показать нам. Но у нас не хватает денег, там нужно 15 тысяч самоцветов, я успел увидеть. Что ж, ничего страшного, давайте посмотрим, что же на этой локации. Так, какой-то сундук. Если мы сюда наступаем, нам дают самоцветы. У меня уже 1750 самоцветов. Вау, это что такое еще? Это какой-то дискометеорит. Смотрите, он светится, из него сыпятся какие-то булыжники. Так, друзья, давайте теперь посмотрим, что у нас здесь в магазине есть. Здесь у нас есть новые рюкзаки, вы посмотрите, лава танка. Я могу купить его? А, нет, мне не хватает, мне нужно, короче, здесь уже, видимо, не кислород, мне нужно здесь уже какие-то булыжники собирать. А как их собирать, я что-то не совсем понимаю. Так, ну мы сейчас с вами научимся, это, я думаю, не так сложно. Смотрите, магазин у нас находится вон там, и теперь нам нужно найти, где находится сбор булыжников. Я не совсем понимаю. Так, а может быть вот здесь? Может быть, сюда нужно? Так, давайте посмотрим, что это такое. Господи, что? Ничего себе! Смотрите, действительно, нужно нажимать на этот дискометеорит, и он нам будет выдавать, соответственно, булыжники. Так, я могу отключить функцию... Нет, здесь уже нельзя отключить. Здесь, видимо, нужно вот именно разрушать этот самый метеорит. Смотрите, они появляются вообще разные, абсолютно разные. И вот она, падают эти камушки. Мы будем добывать камни. Видите, они у нас тут абсолютно разные. Здесь уже немножечко другая игра пошла. Сейчас, я думаю, мы накопим несколько камушков и попробуем купить себе новый либо рюкзак. Я не знаю, здесь же рюкзаки, по-моему, я посмотрел. Где у нас магазин? Вот здесь. Сейчас проверим. Здесь рюкзаки, как я понял. Вот, смотрите, за 450 можем купить. Давайте попробуем. А что это только нам даст, я не совсем понимаю. Ну вот я уже купил, и я сейчас его одену. Так, как он у меня выглядит? Вау, ничего себе, смотрите, это кислородный баллон, который выглядит прям, ну, очень супер круто. Я так понимаю, у нас будет какая-то другая вместительность этих самых камней. А что тогда еще там можно купить, смотрите, кроме рюкзака? Можно купить еще оксиген за 450. И что? А, он вот ничего, я понял, смотрите. Каждый раз, когда мы разрушаем вот этот вот камушек, который вот тут вот висит, да, они все у нас разного цвета, мы получаем определенное количество камней себе в инвентарь. Вот сейчас у меня 280, 290, 300. О, все, каждый раз, когда мы разрушаем, нам выпадает, я так понял, сейчас около 100 камней. Мы сейчас с вами купим модернизацию, и уже с одного метеорита мы будем получать гораздо больше. Давайте попробуем это сделать, так как я уже накопил вот здесь и вот здесь. Лава, оксиген, покупаем, экипируем и смотрим, что у нас из этого получится. По идее, за один такой метеорит я должен получать 450 монет. Вроде как, давайте смотреть. Так, сейчас он у нас разрушится, не хочет разрушаться, давай, я на него жму. Разрушился, и сколько я получил? 126. Нет, 400 я не получил, я получил 126, а почему так? Так, ваш инвентарь... На максимум. А, так я здесь, я ж... Стоп, куда меня переместили? Desert Cell. А, здесь уже один оксиген будет равняться 3 кэшам. Я понял, друзья. Смотрите, то, что падает с метеорита, это совсем не то же самое, что и оксиген. Оксиген мы также продолжаем добывать, и здесь мы его продаем уже гораздо дороже. Здесь у нас один
Одна капля кислорода стоит 3 монетки, представляете? И мы продаем это все и, соответственно, копим деньги. А вот это вот уже у нас камни, которые мы добываем. Давайте я сейчас еще раз зайду в магазин, хочу посмотреть, что там в магазине. Так, что там вообще продают? Desert Shop, смотрим. Здесь также бэкпеки. Смотрите, ничего себе, объясняю, я понял. Здесь уже мы получаем уникальное снаряжение для добычи кислорода. То есть такого снаряжения нету в первом мире. И, соответственно, мы здесь его уже покупаем не за монетки, а здесь мы уже покупаем его за камушки, вот эти вот, которые мы добываем. Добыть их очень сложно. И также оксиген мы тоже покупаем за камушки. И каждый раз, когда у нас улучшается оксиген, мы все быстрее и быстрее добываем кислород. Соответственно, мы его потом продаем вот здесь вот и получаем очень много монет. А давайте, друзья, тогда не будем медлить. Мы сейчас этот мир изучим. В принципе, камушки я, наверное, копить не буду. И сразу же вместе с вами откроем новый мир и попробуем побегать по новому миру, потому что там, помните, был за какой-то за миллион монет. Вот, и, соответственно, там побегаем, посмотрим, что уже будет там. А вот эти вот камни собирать, ну, я не знаю, можно, конечно, знаете, но это больше так от скуки какой-то. Просто собираешь, собираешь, камушки эти падают. Ну, хотя давайте посмотрим сейчас ради интереса. Сейчас я гляну, за сколько там можно купить новый оксиген. Потому что новый оксиген мне пригодится. Так, где он тут? Вот здесь. Теперь магазин у нас вот здесь. О, какой-то красный камень, нифига себе. Блин, они такие красивые. Согласитесь, очень красивые. Сейчас мы с вами, ребят, посмотрим, сколько стоит новый оксиген. Так, вот он тут. Новый оксиген стоит 950 камушков. У нас... О, кстати, нифига себе. Реально, это того стоит. Давайте накопим. Пускай мы побьем этот метеорит. Но мы зато сейчас с вами получим миллион монеток и перейдем уже на новую локацию. Я думаю, что там будет очень интересно. Итак, друзья, обратите внимание, я сейчас накопил целый миллион монеток, и этого миллиона монеток нам хватит для того, чтобы переместиться в следующий мир, в мир каких-то сладостей. Но перед этим я также хочу обратить ваше внимание на то, что я накопил 3500 камней, и 3500 камней я сейчас потрачу на новый оксиген. Вот такой вот, все, мы его покупаем. И теперь наш кислород будет добываться, ну, прям очень супер-мега быстро. Давайте попробуем его продать. Отлично. И все. Сейчас мы с вами бежим, перемещаемся в старый мир для того, чтобы перейти... То есть я имею в виду на самую первую локацию. И сейчас мы с вами перейдем в Candy World, то есть конфетный какой-то мир. Так, все, возвращаемся домой. Давай-ка, отпускай меня. И где у нас следующая локация, я не понимаю. По-моему, где-то... Так, сейчас мы ее найдем. Смотрите, вот там вот у нас песчаная локация была, правильно? Вон там. И теперь нам нужен Candy World, конфетный мир. Смотрите, такие леденцы красивые, да? Такие голубой, желтый, красный. И кажется, он немножко зимний. 2 миллиона здесь нужно, ё-моё. Ну ладно, пойду собирать дальше. Ну все, я сейчас накопил 2 миллиона монеток. Вы можете обратить на это внимание. И также я себе прикупил небольшой такой вот новенький рюкзачок. Такого вот белого цвета с неоновыми вставками. Все, у меня есть 2 миллиона монеток. И мы с вами покупаем новый мир. Конфетный мир. Сейчас мы в него туда попадем и посмотрим, что же нас там ждет. Вау, ничего себе, смотрите. Вау, офигеть, как это красиво. Я бы хотел в реальной жизни тоже оказаться в этом мире, потому что это что-то с чем-то, смотрите, леденцы, они светятся. Как же это красиво, это просто безумно красиво. Ладно, ребят, давайте посмотрим, что же нас здесь ждет. Есть вот такой вот конфетный сундук. Если мы сюда встанем, то мы получим, ого, сколько монеток. Точнее, не монеток, а самоцветов. Целых 6750 самоцветов у меня сейчас здесь есть. Здесь есть вот такие вот желешки. Вау, вот это так классно, это так красиво. Что же тут у нас еще есть? Есть Candy Shop, давайте посмотрим, что же у нас в магазине. Здесь у нас за леденцы нам предлагают купить различные новые рюкзачки. И также у нас есть возможность купить вот такие вот различные новые оксигены, которые нам будут давать еще больше кислорода. Что ж, хорошо, давайте также посмотрим, что у нас там за печенька стоит. Вот, видите, я обратил внимание, что здесь есть вот такая вот печенька. Огромная печенюшка. Так, а что она дает? Он нас зовет куда-то тоже к себе за самоцветы. Самоцветов у меня, конечно же, нет. Кстати, а сколько, интересно, он предлагает? Не написано было. Ну ладно, хорошо, я думаю, что там в районе 50 тысяч, судя по всему. Ну, нет, у меня нет сейчас самоцветов. Потом, как появится, я к ней обязательно вернусь. А также, друзья, у нас здесь есть... Что это такое? Давайте смотреть. Какое-то шоколадное озеро. Ничего себе.
А, офигеть, смотрите, я понял. Мы здесь меняем 100 единиц нашего оксигена на одну конфетку. То есть, соответственно, мы будем копить эти самые конфетки, то есть дышать кислородом, и кислород обменивать на конфетки. И потом мы эти самые конфетки вместе с вами будем тратить на различные улучшения. Вон в том вот кэнди-шопе. Давайте сразу сейчас на него прибежим, посмотрим, что, чего, сколько стоит, для того, чтобы понимать, на что мне нужно копить. Кэнди-шоп открывается. Смотрите, рюкзачки у нас тут. Ух, какие цены бодрые. Смотрите, 8500 конфет за вот такой вот рюкзак, который вмещает 1 000 000 оксигена. А если брать сам оксиген, то сколько здесь? 10 тысяч, фига себе цены, это долго мне придется копить. Вау, но все равно это очень-очень интересно. Так, продаем это все дело. Ну, кстати говоря, может быть даже и не так долго. А потом, когда у нас откроются вот те сундуки, откатятся точнее, да, когда время пройдет, вот 2 часа, мы их все соберем, с этой локации сундук мы соберем, и также мы соберем сундук с песчаной локации. После чего мы сможем уже потанцевать с печенюшкой, и он нам что-то расскажет. Так, здесь у нас что, вернуться домой мы можем? Ну, наверное, возвращаться домой я не буду. Я буду сейчас копить конфетки, потому что конфетки мне нужны. И попробуем с вами совершить хотя бы какую-нибудь первую покупку на вот этой вот... Ой, так, на вот этом вот мире. Здесь, обратите внимание, шоколадка валяется. Какая она красивая. Я бы с удовольствием ее скушал. Она, кажется, молочная такая, да? А вы вообще любите шоколад? О, так, мне предлагают опять продать. Я шоколад, конечно же, очень люблю. Да кто его не любит? Попасть вот в такой вот мир. Смотрите, тут даже радуга есть из каких-то... Я думаю, что тоже из каких-то сладостей. Очень красиво все это выглядит. Так, я до магазина сегодня добегу или нет? Я не понял. Магазин у нас вот здесь. Все, сейчас я добегаю и посмотрю, сколько мне нужно конфеток копить. Смотрите, на рюкзак мне нужно всего лишь 8500. Это, кстати, можно очень быстро сделать, с учетом того, что этот рюкзак вмещает 1 000 000 оксигена. Это как бы, ну, очень круто. Давайте, наверное, на него и накопим. Смотрите, у нас сейчас уже есть 3325 конфеток. И нам всего лишь остается накопить 5000 конфеток, после чего мы купим рюкзак. Что ж, хорошо. Так, давайте вот сюда встанем. Сколько у меня сейчас? 3600. Подождите, а если... Давайте, знаете, что посмотрим? А сколько оксиген стоит, чтобы быстрее дышать кислородом и быстрее добывать этот самый кислород? По-моему, около 10 тысяч, да? Вы не помните? Или я ошибаюсь? Давайте посмотрим сейчас вместе. Смотрите, оксиген. Да, самый минимальный стоит 10 тысяч леденцов. Но 10 тысяч леденцов это гораздо сложнее накопить, чем 8500, согласитесь. Потому что у меня 4 тысячи уже есть. То есть мне осталось примерно столько же их пофармить, подышать кислородом, и у меня уже будет как раз-таки улучшенный рюкзак. Ну, давайте будем пробовать это делать. Пока мы дышим кислородом, давайте побегаем еще по локации, посмотрим. Возможно, я здесь что-то не увидел. О, ничего себе, я в шоколадную елку зашел и в ней застрял. Офигеть. Шоколадная елка, где вы такое еще увидите? Ну, серьезно, шоколадная елка. Какая-то прозрачная желешка, смотрите, красивая такая, вау. Так, здесь у нас, кстати говоря, вот прям здесь на базе есть не только молочный шоколад, но и, судя по всему, вот это вот белый шоколад. Белый шоколад, кстати, тоже очень вкусный, но молочный мне нравится больше. А здесь есть ли, интересно, изделия из темного шоколада? Темный шоколад, кстати говоря, самый невкусный, как по мне. И мало его кто любит вообще. Так, желешки еще какие-то. А это что такое? Так, это у нас какая-то просто платформа из сладостей. Знаете, что очень странно, что здесь нету тортиков. Тортики, потому что тоже очень вкусные, можно было бы сюда разместить тортики. Либо я просто не заметил. Но в основном здесь желешки, конфетки, леденцы, шоколадки всякого разного вида. Так, а что, может быть... Ой, вы видели? Это похоже было на тортик. Что это там такое? Давайте пойдем посмотрим. Вот это что такое? Шоколадный только, да, тортик? Смотрите, елочка стоит шоколадная. И вот это вот что такое? Ну-ка. Какая-то, да, похоже на небольшой тортик, наверное, больше на какой-то шоколадный бисквит, что ли. Вау, очень классно. Так, тем временем я, смотрите, как быстро просто набираю кислород, он у меня набирается, я его продаю. У меня сейчас уже 6355 леденцов, я думаю, сейчас мы быстро накопим, и я вам покажу новый рюкзачок, который мы с вами вместе купим. Так, а это что? Это шоколадный фонтан, смотрите, друзья. Вы видели? Это был шоколадный фонтан. Офигеть, это, кстати... Ну это прям уже совсем, ну это прям попа слипнется, серьезно, шоколадный фонтан, капец, я такой только в играх видел.
Так, давайте-ка залезем сюда, посмотрим, что тут вообще. А где? Вон шоколадки валяются. И он, кстати говоря, не работает, потому что он не льется. Так, тем временем у меня уже 7000 леденцов. Еще 1000, всего лишь 1000. И у меня будет новый рюкзак. По-моему, кстати говоря, у него какой-то новогодний дизайн. Вы не помните? Ну, в любом случае, давайте, мы сейчас уже почти накопили. Осталось всего лишь 1000, мы это накопим. И сейчас пойдем вместе с вами, а вы вместе со мной, покупать новый рюкзачок. Заценим его и посмотрим, как он вообще выглядит. Я, кстати говоря, видел, там на базе есть ребята, у которых эти самые рюкзачки светились. Будет ли светиться наш рюкзачок или нет, я, честно говоря, не знаю. Но мне очень, конечно, хочется узнать. Так, еще немножечко продаем. 8000 у нас уже есть, а нужно, по-моему, 8,5. Так, ну-ка. Бежим вот сюда. И продаем еще на сколько? Ай, на 60 леденцов. Давай, дружище, все, отлично. А теперь мы бежим в магазин. И сейчас мы купим с вами новый рюкзачок. Так, давай-ка, дружище, скорее беги. Я хочу уже увидеть, что это за рюкзак будет и как он будет, самое главное, выглядеть. Так, вот он здесь находится. Смотрите, бэкпэк. Вот он, 8500 Candy Cane Tank. Покупаем его и сразу же одеваем. И как он выглядит? Офигеть, смотрите, он светится, как я вам и говорил, он светится, вы видите? А давайте, наверное, сейчас перейдем на первую локацию, для того, чтобы посмотреть, как же он светится. Так, где у нас тут возврат домой? Это вот сюда. Возвращаемся и посмотрим, что же у нас тут. Так. Да, посмотрите, как классно он светится. Это один из самых лучших рюкзаков, который вообще есть в этой игре. Это очень классно. В общем, друзья, я надеюсь, что эта мини-игра вам понравилась. Я вам показал все три мира, в которых мы добывали с вами оксиген. Если же вам этот ролик понравился, то обязательно не забудьте подписаться на канал, ну и, конечно же, поставить лайк. Ну а с вами был Лайтер, всем удачи и всем пока!